Есть ли смысл писать на очень маленьких холстах? Когда мы были на Алтае, я впервые попробовал написать этюд на таком маленьком холсте. Здесь размер примерно 10 на 15 сантиметров. И для меня это стало настоящим открытием. Чем меньше у вас опыт в написании этюдов или портретов, тем проще вам будет писать на таких маленьких холстах. Как вы понимаете, опыта в написании этюдов у меня немного, в отличие от портретов. И поэтому мне было довольно сложно написать этюд даже на формате 30 на 40. Но когда я взял в руки холст меньше, работать стало гораздо интереснее и проще. Вы выхватываете самые основные отношения цвета и тона. Это занимает меньше времени и в то же время получается довольно живописно. Как вам результат?